Как соединить два полотна, связанных филейным узором? Так, у меня вот одна сторона связана другим узором, но я по краю прошлась, сделала специальную филейные клеточки, чтобы было удобнее соединять. Делаем вот из этого уголка, к которому присоединена ниточка, две воздушных петли. Берем вторую часть. Сделаем на крючке 2 накида, вводим во вторую половинку и провязываем 2 накида. Далее делаем 2 воздушных петли и по первому изделию продвигаемся вверх. Делаем 1 накид, вводим вот в клеточку уголочек и провязываем 1 накид. Делаем опять накид, берем вторую половинку, вводим сюда в уголок второй половинки и провязываем тоже один накид и соединяем с этим столбиком, который находится посередине. Дальше 2 воздушных петли. Опять делаем накид, вводим клеточку, уголочек одной половинки. Провязываем накид. Соединяем со средним столбиком. Далее делаем накид и соединяем, провязывая этот накид со второй половинкой. Далее опять поднимаемся вверх. 2 воздушных петли, накид. Вводим в первую половинку, провязываем. Далее накид и во вторую половинку. Соединяем. Так далее. Посмотрите, пожалуйста, как получается. Получаются клеточки. Ну, я вязала с изнаночной стороны, с лицевой. Все аккуратненько.